каждом регионе должна появиться собственная программа развития дорожной сети. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета, в котором принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По словам президента, с 2010 года протяженность федеральных трасс первой высшей категории увеличилась более чем в два раза и составляет 83%. В регионах же меньше половины таких дорог. Глава государства поручил создать в каждом субъекте дорожную программу, рассчитанную не менее чем на 5 лет до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу в долгую, загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии. В программах создания новых дорог надо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнерства, поддержать внедрение контрактов жизненного цикла. Мы об этом неоднократно уже говорили, они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог. На Ямале главная автостройка участка трассы Надым-Салехард движется ударными темпами. Ремонту подлежат более 50 километров региональных и межмуниципальных трасс. Муниципальных дорог в два раза больше. Причем, что именно ремонтировать, ямальцы выбирали сами путем голосования. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова все начатые работы необходимо завершить до 1 октября.